163 тюменца приняли участие в международном марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге. На старт масштабного спортивного события вышли в общей сложности 4000 человек, и примерно две трети из них – мужчины. Маршрут забега пролегал по самому центру уральской столицы, через набережную, Храм на Крови, Госуниверситет. Организаторы устроили трассу таким образом, что бегунам не пришлось накручивать петли. Тем, кто преодолел дистанцию марафона, 42 километра, пришлось выбежать далеко за пределы города. На протяжении всего пути стояли многочисленные болельщики. На финише, наверное, километре на 18-19 женщина с плакатом «Улыбнись, станет легче». То есть я прям вот, ну, посмотрел, улыбнулся, и действительно было очень приятно, когда стояли, там, кричали группа поддержки, там всякие приободряющие лозунги. И вот именно этот плакат, он, ну, запомнился, да, что люди болеют, они, ну, как бы рядом, они с тобой. Каждому спортсмену на финише выдавали памятную медаль, а вот тюменский полумарафон, который в прошлом году прошел 1 октября и также был организован на очень высоком уровне, этой осенью, к сожалению, не состоится.